Это новости на государственном телеканале «Западная Армения». Здравствуйте! В этом выпуске геноцид, который продолжается по сей день. Российские миротворцы нейтрализовали артиллерийскую позицию в Чартаре, Арцах. Греческий парламент продолжит требовать от международного сообщества признания геноцида армян. Нам нужно посмотреть, что можно сделать, чтобы деятельность российских миротворцев стала более эффективной. Никол Пашинян. Последствия безнаказанности геноцида видны и сегодня. Армянская община Австралия проведет марш. Познакомимся с сокровищами Арцаха. Ханаберт. Община езидов празднует Новый год. Малак Таус. Состоится презентация книги Миграна Паркича «Армянина из Дарсима». Геноцид армян – одно из событий, которое никогда не будет забыто. Никто не может считать это проблемой прошлого, его разрушительные последствия еще свежи. Несмотря на отрицание убийц, геноцид остается фактом в уголовном деле турецкого государства. Фактически первым крупным геноцидом 20 века была резня женщин и детей. Это была резня цивилизации. Это полное уничтожение людей. Самым большим препятствием для попытки геноцидных убийц от Талиата до Мустафы Кемаля, а оттуда и до Эрдогана создать однородную турецкую нацию, сейчас является существование миллионов курдов и других национальных меньшинств, проживающих на землях Западной Армении. Российский миротворческий контингент обезвредил артиллерийскую позицию в районе села Чартар в республике Арцах. Об этом сообщает телеграм-канал российских миротворческих сил. Утверждается, что всего на этой позиции было уничтожено две 152-миллиметровые пушки с 60 снарядами. Чрезвычайный полномочный посол Республики Армения в Греции Тигран Макарчян посетил Каламату. С приветственной речью выступил мэр Каламаты Афансиос Василопулос. В своем выступлении он отметил, что геноцид против армян 107 лет назад продолжает оставаться в центре внимания международного сообщества. Выступил также предводитель армянской епархии Греции, его превосходительство архиепископ Герам Хачарян. Подчеркнул, что за геноцидом армян последовали геноциды греков и ассирийцев Понта. В своем приветственном слове депутат парламента Греции Перкил Мандас отметил, что парламент Греции впредь будет требовать от международного сообщества признания геноцида армян, чтобы человечество не столкнулось с подобным. Однако в Западной Армении прекрасно знают, что не признание, а компенсация предотвратит геноцид. Об этом заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. В целом следует подчеркнуть, что деятельность российских миротворцев в Арцахе обеспечивает безопасность. Но мы должны посмотреть, что можно сделать, чтобы деятельность стала более эффективной. И, конечно же, возможным политическим вопросом в нашем регионе является урегулирование арцахской проблемы. И я уверен, что мы сегодня поговорим об этом, сказал Пашинян. Ответ еще может прийти из Западной Армении, поскольку Восточная Армения отказалась от своих обязательств по обеспечению безопасности армян Арцаха, имеющих армянские паспорта. Защита граждан Республики Армения связана в частности со статьей 4, статьей 11 и статьей 16 Конституции Республики Армения. 24 апреля, в День памяти жертв геноцида армян, армянская община Австралия проведет шествие справедливости в Сиднее и Мельбруне. Цель марша – донести до властей Австралии признание геноцида, совершенного Турцией в 1915 году. Как более 30 стран, международных организаций, так и различные штаты Австралии признали геноцид армян. Правительство Австралии должно сделать то же самое. Крепость Хандаберт расположена в километре к востоку от села Канараван Республики Арцах. Крепость расположена на высоте 1665 метров над уровнем моря. На вершине естественных преград горы возвышается мощная ограда, которая достигает высоты 8 метров. Хандаберт впервые упоминается в 854 году. В 800 метрах к востоку от нее находятся руины монастыря Ханаберт. В первой половине 9 века князь Атранес Самбатян построил все необходимые средства для обороны. Согласно сохранившейся в Дадиванке хачкарной надписи с 1142 по 1182 года, крепость принадлежала Гасану Вахтангяну. С 13 века замок принадлежал правящему дому Допянов.
Езиды отмечают день рождения езидского архангела Малак-Тауса. По езидскому календарю это 6763 год. Согласно религиозным верованиям езидов, Малак-Таус считается лидером езидов, который является главой 40 ангелов. В этот день они собираются у могилах, потому что в первую очередь поздравляют с праздником своих усопших. Одним из важнейших обрядов праздника является разделение гаты. Следует отметить, что в мире проживает 3 миллиона езидов, из них только 1 миллион на севере Ирака. Западная Армения поздравляет езидов, считающихся коренным народом, с Новым годом и желает им новых успехов и всего наилучшего. Центр ближневосточных исследований приглашает принять участие в презентации книги «Следы нашего существования» Миграна Пыркича, организатора общественного деятеля дерсимских армян, в которой описывается история возвращения дерсимских армян к своей идентичности. Книга вышла на двух языках. Презентация книги состоится в зале Культурного союза Такеян 22 апреля 2022 года 18:00. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале «Западная Армения». На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром.